Больше 50 казахстанских компаний присоединились к глобальному договору ООН. Крупнейшая в мире инициатива корпоративной социальной ответственности дает возможность внести вклад в устойчивое развитие. Об этом журналистам рассказали сегодня представители Организации Объединенных Наций. Участником такого договора стало и агентство Хабар. Сотрудники компании пройдут обучение и разработают свои цели устойчивого развития, которые будут внедрять в будущем. Специалисты уверены, что агентство станет стратегическим партнером глобального договора в Центральной Азии. После того, как агентство Хабар внедрит, оно может освещать, оно может делиться информацией, оно может показывать, освещать наши события. Оно прошло процедуру due diligence, потому что принимаем не все компании, а только те, которые соблюдают принципы. Агентство взяло на себя эти принципы, и мы надеемся, что будет успешно их реализовывать.